Это вопрос ответственности министра лично и в целом министерства за выполнение нашей Конституции. Я сегодня специально взял эту брошюру сюда, в студию, и, извините за формализм, зачитаю вам, чтобы мы понимали, в какой системе координат мы находимся, 3-ю статью Конституции Украины. «Людина, її життя, її здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнають в Україні найвищою соціальною цінністю». Последовательность какая? Сначала жизнь и здоровье, потом все остальное. Вот за это ответственность на сегодня, к сожалению, министерство пока не взяло на себя.